не все чиновники должны быть просто функционерами и машинами для исполнения своих обязанностей. Нужно еще проявлять творчество. И творчество у определенного рода чиновников, ряда чиновников есть. Что касается культуры, культура, архитектура – это вместе, это два сопутствующих направления. Архитектура, с точки зрения архитектуры, я скажу, что у нас есть инвестиционно привлекательные земельные участки, в которые можно привлечь инвесторов, но их нужно красиво подать. От инвестиционно красиво поданных земельных участков можно извлекать выгоду для бюджета города. У нас есть коммунальные предприятия. Вы, может, вспомните, в прошлом созыве планировалось коммунальное предприятие по перевозке пассажиров водного транспорта. Оно называлось коммунальный порт или что-то такое, не приняли депутаты. На сегодняшний день у нас коммунальное предприятие пробивает вопрос оформления земельного участка во второй промзоне для устройства логистического центра по отстою грузовых автомобилей, которые приходят в порт для выгрузки тех или иных грузов. Это большая проблема. Они разбивают наши дороги, и предприятие коммунальное, если получится оформить эти документы, будет приносить прибыль в город. Доходная часть бюджета, я имею в виду с точки зрения архитектуры, что есть возможности привлечь инвестиции в город для пополнения бюджета.